Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей парусной мастерской висит на стене волшебная карта. Проходя через нее, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом», оказываемся на берегу любого океана в любом времени, в любой эпохе. Сейчас мы в 15 веке на Каспийском море. Мы встретились с русским купцом и путешественником Афанасием Никитиным. Опасные приключения ждали нас на Каспии. Сначала наша яхта села на мель, потом на нас напали морские разбойники. Вот так и вышло, что мы с салажатами разделились. Афанасий Никитин предложил мне идти вместе с его судном в Дербент. Салажата должны были нагнать нас по пути. Мы очень на это надеялись. Как мы будем искать наших друзей у чужих берегов, где полно разбойников? Можем выслать воздушную разведку. Ты что, взял с собой квадрокоптер? Ты забыла? У нас есть подарок Синдбада-морехода – ковер-самолет. О, точно! Давай принесем его сюда и посмотрим, как он действует. Так, и как же им пользоваться, интересно? Давай попробуем сесть на него, может, что-то получится. Ну вот, сели, ничего не происходит. Может, надо заклинание прочесть? А ты знаешь какое-нибудь заклинание? Может, просто попросить его? Ковер, лети. Ковер, лети. Ну, лети, пожалуйста. Никакого толку. Что же делать? Свет, ты лучше не трогай эту бахрому. Кто знает, сколько лет этому коврику? Да все равно он не действует. Ой, мне показалось, что ковер пошевелился. А что ты сделала? Бахрому потянула на себя, вот тут посредине кромки. Понятно. Садимся на него снова. Держись крепче. Зачем? Сейчас поймешь. Тянем. Видишь, работает. Значит, чтобы ковер полетел, надо немножко потянуть его на себя. Ну да. За какую сторону ковра потянешь, в ту сторону он и полетит. Здорово! А ну-ка! Действует. А в другую сторону? А если потянуть за уголок? Разворачивается на месте. А как сделать, чтобы он поднялся выше? Попробуй закатать угол ковра на себя. Сработало! Поднимается! А теперь вниз, от себя. Так, с управлением все ясно. Полетели? Погоди, а как быть с яхтой? Не бросать же ее. Давай я слетаю, осмотрю окрестности, а ты подождешь меня здесь. Почему это ты? Я тоже могу. Решим вопрос по-другому. Давай сыграем в камень-ножницы-бумага. Кто выиграет, тот и полетит. Давай, это по-честному. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. У тебя камень. У тебя ножницы, значит, я выиграл. Ну и ладно, лети. Свет, я возьму сигнальные ракеты и дам тебе сигнал. Смотри внимательно. Красная ракета – опасность, не приближайся. Зеленая – ставь парус и иди в мою сторону. Хорошо, только возьми с собой мистера Томаса. У котов острое зрение. Если он что-нибудь увидит, даст тебе сигнал. А Фрам останется охранять меня на яхте. Идите сюда, мистер Томас. Мы с вами летим на разведку на ковре. Садитесь вот тут. Вам удобно?
Тогда взлетаем. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.